телескоп Хаббл смог наблюдать почти все, что только можно наблюдать в астрономии. И, возможно, величайшее наследие Хаббла — это наблюдение очень далекой, очень глубокой Вселенной. Одной из основных программ Хаббла на протяжении всей его истории была программа глубоких наблюдений небольших областей небесной сферы с использованием очень длинных экспозиций. Так телескоп открыл многие тысячи галактик. И астрономы поняли, что им нужно не просто оценить количество галактик во Вселенной, но и лучше понять, как эти галактики сформировались и изменились со временем с момента образования Вселенной, а также понять структуру Вселенной в целом и то, как она ведет себя в этих очень больших масштабах. Трудно выбрать любимое изображение, но одно из них — мозаика туманности Килля. Это очень большое изображение, сшитое из множества отдельных экспозиций. Оно показывает всю эволюцию звезд, от их образования из огромных облаков газа и того, как эти звезды взаимодействуют с остаточным материалом, до конечных этапов жизни звезды, в которых огромные звезды взрываются в гигантских вспышках сверхновых. Цвета на изображениях, сразу скажу, настоящие. Они не обрабатывались. Некоторые объекты, такие как галактики, которые мы видим благодаря свету звезд, из которых они состоят, охватывают очень большой диапазон цветов в спектре, примерно такой, какой воспринимают наши глаза. Существуют и другие объекты, такие как туманности, которые отражают свет звезд, и цвета, которые попадают в составные изображения, на самом деле отличаются от того, что мы увидим собственными глазами. Камеры фиксируют свет разных цветов, и мы перекомпоновываем это в цветное изображение, где можем визуализировать. Но все цвета настоящие. Лично для меня изображения, которые имеют наибольшее значение, это пейзажи Вселенной, которые показывают нам, насколько она красочна. Они демонстрируют нам то, насколько прекрасна Вселенная, и то, что это продолжение нашего дома, Земли. Вы можете видеть ночное небо своими глазами, но ваше зрение очень ограничено. Хаббл расширяет наше понимание красоты Вселенной вплоть до самых далеких ее областей.